остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Утро, дорогой друг. Ненавижу вставать, когда стучат вот так. Ненавижу. Вот. За полчаса, да? Ладно, ладно. Судьба все расставит по своим местам. Кстати, пока гречку не съешь, да она умерла. В Рязань не пойдешь. Не пойдешь, пока гречку не доешь. Да мне кажется, она вообще своей жизнью заживет. Сейчас она выйдет замуж. Она переживет нас еще. Она бы раздулась так вот. Да. Она наоборот туда. Да не, просто сосалась. Значит, хочешь, чтобы она съела гречку. Мы подъезжаем к Рязани. Одеваются. Да блин, у меня гимнастика какая-то, сейчас не заехал, поебал. Я бы не заехал, поверь мне. Но если бы... Ты как ниндзя у меня перед лицом, твоя нога. Если бы я захотел, я бы, конечно, заехал. Порядок. Порядок. Проводиться чаю. Хуяю. Доброе утро, Драгогин. Диваморгин. Спалось душно. Но ты понимаешь, что на самом деле ты должен был ехать в другом купе? Нет. А я тебе говорю. Голый и храпящий. Голый и храпящий купе. Ты храпел, как собака вообще. Оу, е. Руки босухи. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем серию наших супер-влогов из тура. И мы в Рязани. Привет! Привет! Антон, почему это не похоже на Рязань? Я думал, должен быть какой-нибудь вокзальчик такой, а-ля 19 век. А тут скорее 20-й. Дед, сейчас нормально? Да, я, конечно. Ненормально, это ненормально. Но у нас нормально. А у нас нормально. Где у вас? В группе в нашей. В какой из, сейчас спроси, да? Как спалось? Нормально, неудобно, конечно, вдвоем на полке, но нормально. Получилось. Два козла лучше, чем один, да. Идем свиньей! Прохватно. Рязань 2. А с первой что сделали? А куда делась Рязань 1? Грибы. С глазами! С глазами! В ложек убыть. Кто любит тетрис? Мы любим тетрис и ненавидим. Обживаем бусик. На бусике мы поедем Домытищ, да? Да, это как? Да? Мы же с вами? Домытищ, не? Да, как-то не уверен. Сейчас посмотрим на ваше поведение. Здравствуйте. Отправляемся в комфортабельную гостиницу, которая выбрала она. Не надо на меня сейчас делегировать. Эта гостиница сама нас выбрала. Во-первых, здесь уже Новый год. Вау. Вот на чем мы поедем. Вау. О, здесь есть дорога. Автомобиль. Это приз за лучшую гостиницу в Рязани. Этому давай. Ты что, какой номер? 45. Ты выиграл. Мне 36. Ой. А во что мы играли? У меня самая странная планировка номера. В общем, я где-то... У меня треугольная комната. Класс. Вид на Рязань. Ни хера не видно. Короче, ребят, мы в Рязани. Сейчас действительно очень рано, мы сейчас будем досыпать, а потом пойдем прогуляемся, конечно же, посмотрим, что тут в окрестностях, несмотря на мороз. Чё? Да, ты можешь. А это прекрасная слышимость, значит, местная. Гок, а скажи что-нибудь.
Подъем во сколько хотим. Очень удобный номер. Здесь можно разговаривать с коллегой непосредственно через стену. Не могу я, конечно, не поделиться с вами изысканными дизайнерскими решениями этой гостиницы. Оформление светильника в духе... Я не знаю, в каком духе. Я еще не проснулся, но, короче, придумайте сами. Напишите в комментариях. Хоп, короче, вот вид теперь значительно лучше. Там даже солнышко. Человек поспал. Итак, дорогие друзья, мы пошли гулять по Рязани. Посмотрите, какова красота. Церкви, купола, соборы. Мы да. Пока делимся еще впечатлениями по поводу сна. Как кому спалось в этой замечательной гостинице. Мне куча денег снилось, потому что здесь центральный банк. Какой-то, видишь, там тройная ограда, автоматчики. Класс. А тебе что снилось? А мне снилась пружина, которая мне залезала в подреберье. Я думал, это сон, оказалось, нет, все по-настоящему. Подреберье, может вот быть, не так уж плохо в твоем случае. Да, да, с Божьей помощью, видишь, вы смотрите. С Божьей помощью. Как говорится, шаббат шалом. Салам алейкум. Вообще тут уже начинается такая как бы подготовка физическая к зиме, потому что уже накатанный лед, уже ноги разъезжаются. Вообще в Питере нам это очень сильно пригодится, я чувствую, этой зимой. Судя по всему, это Есенин. Кстати, редкое изображение именно сбоку. Обычно всегда. Симпатично, да. Не ходи по газонам, не ходи по газонам, я сказал. Ладно, пойдем по газонам. Есенин. Так, кто подготавливал стихи? Кто должен был подготовить стихи? Алексей Горшенев. Когда учился в музыкальном училище. Саню не видно, потому что он скрывается. Я. Но он сейчас звуком. Нам нужно было сдавать какие-то стихотворения Есенина, и я просто вышел и такой. Единственное, что вспомнил, это вот это. Да, теперь решено без возврата. Я покину родные края. Уж не будут листвой крылатой надо мной звенеть тополя. Прекрасно! Аплодируем. Кончили, аплодируем. Я нашла свой великий письмо. Серьезно, зачитай. Этот мод мне пахнет говнороком. Давай. Слушай, они панки. Я бы женщину белую. Ну а впрочем, какая разница? Я прижал бы ее с силой к дереву и в задницу. Ну вот это твой любимый стих, да? Крышка подставили. Да. Ну слушайте, если вы вдруг не любите стихи, как я, вот стихотвором и формы, но Есенина любите, послушайте, у Алексея Горшенева есть два альбома, он переделал стихи Есенина, его фанаты и поклонники знают это, естественно, все. И там они в песенной форме совсем по-другому слушаются, прям круто. Я когда услышал, очень порадовался, удивился. И вот это... Спасибо, дядя Сережа. Хорошо, пойдемте посмотрим вид, во-первых. Во-вторых, купола, соборы, опять же. Очень хорошо. Немножечко холодно именно снимать, потому что лапка мерзнет. Но в целом класс. Да. Да, а ты еще кофе обещал, когда звал снимать. Гулять, говорит, будет кофе, пойдем со мной. Будет кофе. Я что, отказываюсь от своих слов? Отлично. На! Где кофе? Кофе? Да, народ ропчет. Натуралисты. Не разбредаемся. Не разбредаемся. Ладно. Кофе будет, будем не разбредаться. Солнце. Вот чего не хватает в Питере. Красота какая. И специально отведенное место для замочков. Саша плюс Люба. Интересно, сколько из этих людей уже развелись? И все равно какие-то вот обормоты лепят все равно на забор. Вот как так можно, да? Специально сделали место. Приди, срежь свой замочек, выкинь его. Да. И сдай в утиль. Для... Государству нужна сталь. Давай. Есть два стула с кофе. Короче, есть священный кофе прямо за Рязанкой, там что-то на православном. Что-то на православном. Это который с пиками? На святой, видимо. На святой воде. Да. А есть чмошный где-то здесь после кладбища. А, вон он, варёчек, но он почему-то закрыт. Варёчек закрыт, остается святая вода.
Это все в лесах, ребята. Не успели подготовиться к нашему приезду. Да. Это выдающийся памятник архитектуры 17 века. Ну что ты за человек? Создан известным русским зодчим Яковом Двухвостовым. Является самым значительным произведением архитектуры Нарышкинского московского барокко. И знаешь, что надо? Там не было ни слова про кухню. Куда ты нас ведешь? Куда она нас снова ведет? Ну, красивая. Кафетерий музея туда. Где? Вот табличка. О, кафетерий музея, надо будет смотреть. Боюсь идти, боюсь, пятки пригорят. У корешка... А, это не иней, это седина, я хотел сказать, что иней. У корешка иней на бороде, навсегда, а это просто, уже. Это да, это навсегдашний иней. Да вижу тебя, я тоже указатель вижу. Прекрасный, прекрасный вид. Смотри, трапезная кремовская, а здесь кофетерий. Раф с соленой карамелью. Вот. Она сомневается, есть ли там раф с соленой карамелью. Я, честно говоря, грешным делом тоже. Здравствуйте. Здесь есть пирожное песочное и коржик молодой. Да. Зерновой кофе. Читай меня, а то я не вижу ничего. Короче, мы нашли местного языка. Вот он. Знакомьтесь. Мася. Мария. Короче, Мария местная. Мария сейчас будет нам рассказывать. Где мы? Мы в Рязани. Все меняет. Это все меняет. Короче, ребята, мы в Рязани. Бам. Короче, Маша нас ведет на остров. Кормить уточек. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Луис Стивенсон. Пам-пам-пам. Так вот, мы идем на остров кормить уточек. Кормить уточек, потому что я не захавал до конца коржик молочный, а особо вкусный. Вот, кстати, остров издалека. Ага. Ого! Ого! Там подворье крестьянское. Мася предлагает вкладываться в недвижимость вот на этом острове. Она говорит, что она максимально ликвидна. Вот, стоит до хера. Стоит до хера, но по поводу ликвидности слов не было. Ее никто не продает и не покупает. Может, потому что она стоит до хера. Ты сейчас выкладываешь, у меня потом рязанцы. Отписку сделаю. Не отписывайтесь от Маси в Инстаграме. Мась, какой у тебя Инстаграм? Не скажу. Хорошо. Ребята, мне кажется, нам срочно нужно снять теплоход. Смотрите, прогулки по теплоходе по реке Оке. Толкать так, во-первых, мы сейчас выяснили, что это река Ока. Да? Да. Окей. Это Ока. Окей. Ну и ка-ка-ка. Ока. Ока-ка-ка. Утки! Не наврала! Где? Посмотри! Коржик. Ути! Коржик. Ути! Коржик! Коржик. Утки, курва! Я их зову уже полчаса. Давайте сюда. Ути, 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 ути. Ути сюда переходят. Вот они. Герои наши. Ленинградские туристы. Давай сюда свой коржик. Выдай гоку. Я буду кормить утки, курва. Утка, курва. Яичком не примерз, блин, брат. Или уже сестра. Коржик. Я поплыл, короче. Серёг, ты далеко не плыви. Корешок, а ты аккуратно. Короче, утки сыты, мы продолжаем нашу прогулку на остров Сокровий. Колонка. Ага, отлично. Серёг, пить хочешь? Он же парит. Сейчас на обратном пути. Пополним запас пресной воды. Слушай, ну вот мы. А как остров называется? Остров сокровищ. Да, ребят, посмотрите, как удобно. Почтальон, чтобы не ходить по этому острову, просто приносит здесь и рассовывает.
этого ящика. А там уж как повезет. Мне кажется, кстати, что-то не очень функционирует. Вот там забывшие квитанции. Здесь замерзший муравейник, пчелиный улей. Улей, и пасека. Пара закладок. Пасека, пасека. Вот это вот надо на wallpaper разбирать. Остров, дом 16. Адрес шикарный. Адрес просто класс. Это как номера, знаешь, покупай эту машину, здесь можно просто, чтобы у тебя было в паспорте твой адрес прописки. Остров. Остров. Дом 16. Класс. Помню, у бабушки на даче на втором этаже такие же рыбки летом сушились. Да. К сожалению, у меня нету зума, но там целая гирлянда из рыбок. Да, только они же замерзли. Фламинго там в окне. Смотри, а сколько фламинго. Рыбов. Невидимые качели? Да, на технологии надо прошло. Нет, мне не удержаться, слишком скользко. Давай я попробую. Да только концерт будет играть больно. Не, надо на уровне боков. Бля, сейчас. Валер пытается прокатиться на невидимых качелях. О, вот она, да. Была ты Она как? Она норм? Хорошая? О, ключевая? Надеюсь, что да. Подписчики Антону скажут, насколько точно она ключевая. Но вообще дождь пила летом. Из речки, что ли? Невкусная. Не-не-не, она нормальная. Может быть, она очень полезная. Ты почувствовала легкий привкус кожика? Ах, вот что это за нотки были, да. Нет, возможно, она очень... чистая и полезная, но на вкус не очень. Ну что, надо возвращаться назад, на материк. А вот, собственно, да, теплоходики, которые должны отсюда отходить. Но что-то, по-моему, они устали. Каковы краски? В Рязани вечереет, но очень красивое небо. Я надеюсь, что вам видно, как у нас здесь красиво. А если не видно, глаза, блин, разуйте. Посмотрите. Такие розовощеки все уже. Да. Хороший. Хороший. Пойдем в клуб, чтобы рязанские наши друзья нас грели. Все закрыто тут. Грустненько немножечко. Мася, здесь же прям по выходным, да, здесь все расцветает, как бы дети с бубликами носятся. Да, да. Да, баранки. И вообще тут... Все в фонариках было. Я не знаю, почему сняли. Бублики, купите бублики, гоните рублики ко мне в карман. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Отец мой пьяница, в карман мой тянется. А пока мы гуляли, в Рязаньке стемнело, стало еще уютней. Но пора идти играть концерт. Ты что-то готов? Фабрика. Так, посмотрите, какая красота. Какая радиола. Какая классная радиола. Серёня, смотри. Это же Урал 3. Да? Какие мы сейчас просто по-царски. Заходим по-царски. Здравствуйте. Здорово. Здорово. О, фанаты на выезде. Это Новороссийск на выезде. Йоу. Это кто на выезде?
показываю. Ух! Загремушка. Привет, дружок. Мы в Рязани! Это мы с Гоком гуляем по Рязани. Картину уже написали. У гитаристов красивый ковер такой. Нормального гитариста в группу. Металлику сыграем. Что, Нирвана? Металлика? Что, Нирвана, что ли? Я не пью вообще обычно. Вот вам не снимай, не снимай. Ай, мыши здесь бегают. Кеша надо срочно давать. Срочно Кеша назад. Is the Saturday night from there?